20 минут о красивых людях в красивом городе. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Фэшн-елка отличается от елки традиционной тем, что в ней участвуют юные модели, а вместо зайчиков и снежинок – модные луки, составленные стилистами. Мы приравниваем наш праздник к Новому году, и, соответственно, все наши девочки и мальчики, они на самом деле прекрасные и красивые сегодня, и мальчишки, и девчонки, мы на настоящем балу. Это первый наш такой большой показ у наших детей. Мы все волнуемся, мы все переживаем. Но я надеюсь, что у нашей девочки выступят сегодня очень хорошо, покажут коллекцию. Очень у нас огромное количество брендов, партнеров. Это Шупет, это Баттенблю, это Антаспорт. Мы даже спортивные бренды показываем. Очень много молодых дизайнеров. Ледрес, Марисофт. Огромное количество у нас дизайнеров, и мы рады с ними поработать. Это шоу от агентства Celebrity Model Group, своего рода годовой отчет о проделанной работе, кто и как освоил искусство дефиле и мастерство фотопозирования. Мне нравится просто по подиуму ходить. Наверное, все-таки фотосессии. Поездки. Фотосессии. На кастинги. Фотосессии. Все нравится. Мне нравится ходить по подиуму. Я люблю фотографировать. Идти по подиуму и стараться, потому что на тебя сейчас все смотрят, все, всем ты нравишься, все тебе улыбаются, ну, как мне кажется. И хочется как бы тоже улыбнуться, но надо идти просто с каменным лицом смотреть, как модель. В качестве модных критиков в зрительном зале родители. Они же самые главные VIP-персоны этого показа. Дети нарядные, красивые, они хотят выступить, у них есть задор и стремление, а родители за них очень сильно волнуются. Я думаю, что сегодня волнуемся больше мы, потому что уже Милана у нас привыкла к различным выступлениям, показам, съемкам, то есть у нее нет никаких преград, нету волнения, но волнуемся, мы очень сильно за нее переживаем, как она будет на сцене. Вообще давно уже хотела, чтобы ребенок у меня развивался в этом направлении, вот, и узнали об арт-агентстве Celebrity и решили вот отдать туда Александру, очень все нравится. У меня ребенок снимался уже в Москве в документальном фильме. Ему это очень нравится. Наша семья нацелена на то, чтобы развивать детей в разных направлениях. В действительности наши будущие звездочки, которые сейчас блистают на этом подиуме. Моду создают молодые. Так было в этом мире всегда. Что же касается нынешних моделей, они появляются на подиуме, едва научившись ходить. А к годам 5-6 имеют полное представление о том, как создается фэшн-шоу и кто этим сможет правильно руководить. Мои преподаватели высокие, добрые и громко говорят. Они добрые, веселые. Самые лучшие преподаватели мира. Даже не ругаются. Ну, бывает, но... Иногда, да. Хорошие. Хорошие. Строгие ругаются? Бывает. Этот год оказался успешным не только для юных моделей. География Celebrity Model Group с открытием новых филиалов стала еще шире. А что можно пожелать на Новый год тем, кто профессионально занимается модой? Конечно же, удачных кадров и успешных кастингов, новых творческих проектов, армии поклонников и мирового признания. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Я когда зашла, меня вот эта вещь поразила и влюбила в себя сразу. Я очень хочу ее примерить. Елена Ильясова, эксперт по недвижимости. Более широкому кругу известна как соавтор проекта «Битва блогеров». За 4 сезона мощнейшей инстаграм-прокачки удалось перезнакомить между собой сотни людей и открыть для себя много достойных компаний, созданных в Челябинске. Сегодня время изучать, как говорят в фэшн-индустрии, ДНК бренда Энса. А помогать Елене будут участницы 3-го сезона.
последнее время я все чаще задумываюсь о том, что у нас есть челябинские дизайнеры, у меня есть рубрика в Инстаграм, которую я веду, и там действительно я показываю о том, что я ношу челябинских дизайнеров. У Энсон меня прямо порадовало, во-первых, качество, то есть здесь очень много тех деталей, которые мы не найдем в масс-маркете, то есть если мы внимательно посмотрим коллекцию, то мы это увидим. То есть качество, да, качество костюмной ткани. И здесь очень много базы, то есть все, что касается костюмов, блузок, потрясающие блузки, ну, я таких, правда, мало где встречала. То есть они очень непростые. Есть в них каждый какая-то изюминка. То есть тот, кто должен ходить на работу постоянно в блузах, вот мне кажется, это прямо находка, потому что здесь их действительно много. Очень удивила целая капсула вещей из плащевки. Допустим, вот такая юбочка, которую мы можем надеть поверх легкого платья зимой и потом, допустим, придя на работу, снять ее. То есть такие очень функциональные вещи для нашего уральского региона. Это вот очень интересно. Под них есть костюмчики. Допустим, мы берем костюмчик и сверху надеваем такую штучку. Я такого не встречала нигде. Я ношу так, как предложено. Если мне понравился комплект, значит, он мой. Я его добиваю аксессуарами, там, красивой обувью, сумочками. Но экспериментировать я даже боюсь. Я буду носить так, как предложено. Есть очень интересная вот эта штучка, это косынка. Но это точно вещь, которая выделит человека. Поэтому я считаю, что вот вещи этого бренда, они созданы для уверенных в себе женщин, которые могут нести определенные даже смелые решения. Уникальное украшение только из натуральных камней. Регулярное обновление ассортимента. Ювелирный бутик «Частная коллекция». Нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан, билеты в театры Челябинска и Екатеринбурга. Да, и обратите внимание на картины. Они тоже продаются. Самые актуальные модные тренды в вашем повседневном гардеробе. Магазин «Стрит Кутюр» на Соне Кривой 30 и Пушкина 65. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. В славянской культуре отношение к високосному году особенное. Он считался временем бедствий и страшных событий. Високосный год боятся, к нему готовятся. Существуют различные приметы, правила поведения и многочисленные запреты. Однако в современном мире многие отходят от этого, тем более, что и у экстрасенсов прогноз на следующий год только положительный. Следующий год у нас, все знают, да, это год крысы, он високосный у нас год. У людей очень много опасений, и они меня спрашивают про это, что же будет в следующем году, потому что на самом деле у нас люди даже больше опасаются этого следующего года, потому что високосный всегда это тяжелые года. Мне хотелось бы сказать, что наоборот, год будет очень прочным, достаточно стабильным будет год, достаточно стабильным. Опасаться нечего. Там единственное, это вот в 2020 году, скажем, будут всякие такие события, но это будет осень и ближе к зиме, это уже через год. Год крысы – это достаточно неплохой знак для меня, исходя, скажем, из моей жизни и вообще, как я вот вижу этот знак. Для меня крыса – это хозяйственность некоторая, это бережливость некоторая. То есть тенденция этого года и будет в этом прослеживаться, в некоторой бережливости, в некоторой хозяйственности, в некоторой расчетливости. Крыса хитрая, крыса умная. Тенденции года очень хорошие, некоторая бережливость и все с умом. Есть такая народная примета, что високосный год ничего нельзя менять. И планировать такие события, как свадьба, в этот период тоже не стоит. С этим готовы поспорить некоторые экстрасенсы. Я считаю так, что если в високосный год все-таки поженились, понимаете, там смысл в том, что год, вибрации этого года достаточно такие
скажем, требует больших усилий и больших энергозатрат, да, то есть если все-таки брачующиеся дошли до ЗАГСа, да, то мне кажется, им уже ничего не будет страшного. То есть я почему-то по-другому рассуждаю, что, понимаете, в этом году больше, скажем, изначально идет некоторых, потому что он високосный, некоторых таких препятствий, да, на пути каждого человека. То есть человеку требуется больше усилий прикладывать, чтобы у него был, скажем, успех. Поэтому мне кажется, наоборот, вот если все-таки дошли, значит, эта пара надолго, значит, эта пара на года. Вообще високосный год, он как некоторое такое испытание всегда на прочность, да. И все, что создается в этом году, оно всегда более стабильно. Чтобы желание сбылось, некоторые не произносят его вслух, другие пишут на бумажке и запивают шампанским. И мало кто задумывается, что для исполнения загаданного важна правильная формулировка. Если человек очень сильно чего-то хочет, не обязательно ждать конца года, да? Вселенная нас всегда слышит. Вселенная нас всегда слышит. Вот сколько я... даже, можно сказать, по своей жизни, сколько я не задавала, допустим, какую-то программу. То есть все, что мы говорим, надо понимать, Вселенная нас слышит. Вселенная нас слышит буквально. То есть мы должны, если мы подаем, чего-то мы хотим, мы подавать должны информацию конкретно. Вот, например, я хочу, допустим, выйти замуж. Или, например, за того-то, того-то и того-то. То есть не просто выйти замуж, а то потом будут поклонники, например, но они вам не понравятся. Вселенная нас воспринимает буквально. Например, я хочу устроиться на работу тем-то, тем-то. То есть Вселенной надо ограничивать того, чего мы хотим, чтобы потом не расстраиваться. Ну и что еще очень важно для успеха в новом году – думать о хорошем, настраивать себя на позитив и желать друг другу только самого лучшего. Жизнь сегодня непростая, и это я не про экономическую ситуацию, это я о системе ценностей, которая меняется так же стремительно, как и все вокруг. И чтобы лучше понимать друг друга, психологи рекомендуют чаще разговаривать. Как с детьми говорить о взрослом, узнали слушатели специализированного мастер-класса, который проходил в фотостудии «Третий блок». Кто из родителей не знает проблем с детьми? Они, проблемы, возникают вне зависимости от социального статуса и материального положения, а значит, решают их не деньги и связи, а доверительные отношения с самыми близкими людьми, которые, в свою очередь, необходимо выстроить. Этот мастер-класс по психологии из цикла «У вас ребенок» посвящен теме сложной и актуальной. Как разговаривать с детьми о таких темах, как деньги, секс и смерть? Мы взяли темы, которые происходят, но к ним обычно люди не готовы. Мы считаем это важным, чтобы поговорить на такие неудобные темы. Так или иначе, мы эти темы пытаемся выловить либо из соцсетей, да, сейчас мир интернета, либо из книжек, из разговоров. Но мы с этими вопросами очень редко приходим к родителям. Работа с психологом – это процесс двусторонний. Редко удается решить проблему, не копаясь в себе и не разбирая свое поведение. Наш курс направлен на то, чтобы родительство стало осознанным. Что мы в этой теме передаем от нас лично ребенку? Что конкретно мы хотим ему рассказать? С каким багажом, таким именно экзистенциальным, выходит ребенок в жизнь? Не то, что он добрал где-то через что-то, а понять, что он взял из мира и как мы это можем трансформировать. Потому что нам кажется, что мы с этими вопросами приходим только к определенному возрасту. Абсолютно нет. Мы начинаем с самого рождения. Ребенок даже начинается с секса. Мы занимаемся сексом, чтобы ребенок получился или не получился. Да, и мы в этих темах находимся постоянно, поэтому говорить, если родитель говорит об этом, то это как раз-таки про возможность говорить и на другие темы, про установление контакта, про установление эмоциональных отношений. А это такая подложка, такая база для гармоничного развития личности. Поэтому это просто те темы, которые очень живые.
все наши скелеты. Мы достали из наших шкафов, и столько у нас домашних заданий, с которыми мы сейчас работать, справляться. Мы все, ну, не ангелы, и мы допускаем ошибки, но для своих детей хочется эти ошибки решить и помочь им жить дальше лучше, красивее, счастливее. Покровенничала сама с собой. Конечно, возникло очень много вопросов, которые хочется задать, хочется поучаствовать в других темах, чтобы побольше распутать то, что есть из накопившегося. Я для себя вынесла прям несколько очень четких пунктов, которые я точно не хочу делать. Я буду стараться, да, все это реализовывать. Быть может, пока вопросов больше, чем ответов. Но гармоничные отношения за пару часов не выстраиваются. Нужно время. Кстати, тема следующего мастер-класса – психологическая травма. У обывателей есть масса заблуждений насчет этого явления. Если вы можете манипулировать, он соглашается с тем, что и мир в дальнейшем тоже может им манипулировать. Что, если других рычагов уже нет? Это другой вопрос. Говорят, признать проблему – значит сделать первый шаг на пути ее решения. А найти в себе силы и обратиться к специалисту – это уже половина пути. Проблемы в отношениях были, есть и будут, но человек психологически зрелый способен их нивелировать, ну или как минимум не усугублять. Это Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Нужно времени, чтобы избавиться от варикоза. Запись на прием – 2 минуты. Диагностика и сдача анализов займут 50 минут. Сама лазерная процедура – 40 минут. Всего 1.5 часа, и вы избавлены от варикоза быстро и безболезненно. Энсо. Особенный стиль и безупречное качество. Свой уникальный образ собери на сайте ensostyle.ru. Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем YouTube-канале, а также на страницах в Instagram, ВКонтакте и Facebook. Ищите по хэштегу #BeautyTime_TV. А на этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом Я».